Сборная Коми по вольной борьбе выехала на один из самых решающих стартов сезона – первенство Северо-Западного федерального округа. Соревнования пройдут в Кондопоге, это Республика Карелия. Первые номера получат путевки на российский финал, а значит и шанс попасть в национальную сборную. Свои медали только уже на Вуктыле разыграли пауэрлифтеры республики. Этот вид спорта в муниципалитете развивается стремительными темпами. Последние новости с Вуктыльского помоста в репортаже Виктории Палкиной. Чемпионат и первенство Коми по жиму штанги лежа поменяли свою прописку еще в прошлом году. До этого турнир обычно принимали два города – Ухта и Сыктывкар. Но, похоже, Вуктылу удалось переманить эти соревнования на свой помост всерьез и надолго. Соревнования проводятся второй раз. Участники соревнований выполняют и рекорды, стоят здесь, и выполняют свои личные рекорды. В общем, церемония у нас всегда такая праздничная. Очень нравится спортсменам, они приезжают уже с большим желанием на Вуктыл. В списке спортсменов 60 фамилий. Меньше, чем в прошлом году, говорят организаторы. Не досчитались сборных Троицко-Печорска и Ижмы. Зато в полном составе приехали команды из Усинска и Воркуты. Впрочем, самым представительным стал коллектив хозяев помоста. Вуктылец Кирилл Провенко в пауэрлифтинге новичок. Но уже понял, в этот спорт пришел не случайно. В копилке атлета и свои рекорды, и смелые планы на будущее. Занимаюсь я пауэрлифтингом уже полтора года. Вот сейчас вот я поставил рекорд 160 килограмм, весовой категории 93, ну, до 93. Мне было очень тяжело, если честно. Первый подход был неудачный, второй тоже был неудачный. Ну, на третий я собрался мыслями, силами и выполнил. Кстати, сборная Вуктыла в общекомандном зачете стала второй. Следом идут ухтинские пауэрлифтеры. Ну а командное золото у сыктывкарцев. Как раз среди них было много перспективных спортсменов. И, возможно, именно Вуктыльский помост станет для них первым этапом большой профессиональной карьеры. Соревнования прошли, хоть и хорошо я занял первое место, но не совсем то, что планировал. Планировал сбить рекорд Республики Коми. Не получилось, видимо, нужно лучше готовиться. Мало времени было на подготовку. Вот. Но еще будет идти борьба за абсолютное первенство. Буду надеяться, что попаду в тройку. Сегодня Вуктыл претендует на звание еще одного центра по развитию пауэрлифтинга в Коми. Есть и тренерские кадры, и тренажерная база, и главное – потенциал юных спортсменов. Нынешние соревнования это доказали. Виктория Палкина, Илья Пузанов, телеканал «Юрган», Вуктыльский район.